Всем привет, Драйв YouTube. Сегодня займемся ремонтом моего трактора самодельного. Надо выправить балку переднюю, посмотреть, как у меня колеса стоят. Короче, от нагрузки она у меня подсогнулась. Здесь слабовато, я не рассчитывал под такой мотор. Видите, как выгнуло. Я сейчас хочу для начала проверить под домкратик трактор и проверить сам балансир. Это сделано из кардана. То есть разбитый или не разбитый. Если разбитый, то придется балку мне менять. У меня там есть другого трактора. А если все нормально, будем просто ее править, эту балку. Так что, ну все, сейчас домкратик смотрим. Так, вроде под домкратик. Так. Ну, кстати, что я хочу сказать. За 4 года эксплуатации люфт, в принципе, его, по-моему, и нету. Вот на крестовину снимай. Это в самих шаровых люфт, потому что шаровые стоял кончены. Они так и стоят кончены. Или есть? Не, нет. Ни хрена нет. Все, короче. Сейчас будем вот эти места попробуем сперва погреть. И просто тупо. Так вот, я только еще не знаю, как мне придумать здесь. Так, а сейчас придумаем. Сейчас вот сюда домкратом будем, да, подожмем. Ну видишь, нам, блин, это. Блин, а как же нам это? Ну, бруском сюда прям, чтобы она не шевелилась, надо балкой, и в то же время ровно, чтобы встала. Понял? Наверное, сейчас мы себя прямо из брусков здесь выложим, или один брус поставим. А может два вот так вот сюда и сюда. Потому что гнуть будем вот здесь, чтобы нам не перегревать крестовину. И тупо попробуем так, на глазок. А здесь потом снизу, ну, что-нибудь усилим, там, уголком или что-нибудь там. Короче, придумаем. Так, ну вот, выставили мы. Вот по этим, по высоте. Выровняло мало-мало мальчик. Сейчас вот здесь прям будем гнуть. И как раз колеса у нас должны встать на землю. Не знаю, прогреешь этот квадрат. Это совсем. Если не получится, будем это. Ну вот, вроде на одном исправили развал. Смотрим. Да? Да, кстати, хорошо стоит, не надо больше. Оно как раз на землю встало. Посмотри то колесо как. Есть разница? Во. А то когда пашем, у нас уже колея не совпадает, колеса. Так, ну все, сейчас на статив поставим, покажем, как вторую будем гнуть. Ломиком пришлось гнуть. Да. Нет, смотри. Это где лево, наверное? Давай, давай, не заводи, Андрюш, отойди. Да, сзади, все нормально. Не затягивай сильно. Вот так получилось. Нормально. Развал получилось. Сейчас схождение отрегулируем. Только у нас сейчас схождение сбилось. Колеса устали у нас куда? Дунь на нее, да и все. Иди баллон закрой. Ну, схождение маленькое-то. А, ну да, она сюда отогнулась, тяга короткая стала. Немножко сейчас удлиним. Во! Вот это другой колор уже. Ну все, и будем нож отцеплять. Цеплять плуг настраивать. Завтра поедем в деревню. Так что, сегодня у нас 4-е, по-моему, число мая. Поедем пахать огородик наш. Картошку надо сажать. Ладно, пока мажем. Немножко заодно добавим смазки ступицы. Менять я тут ничего не стал. Все равно подшипники здесь не новые уже. Хотя бы хоть будет смазка, то хорошо. Маленько люфты были. Все равно надо все шаровые менять. Может быть когда-нибудь. А хотя и не буду я же буду передок на него устанавливать, возможно, зимой. Так что хватит. 3 года отходил, вообще ничего не делаю. Я даже их, кстати, не глядел подшипники, в каком они были состоянии.
так тупо балку поставил в квадрика, который квадрик пикап у меня, оттуда была балка с прической. Вот оттуда я воткнул тупо ее, так, с чермеда, бля. Сейчас добавим мазут для тончика. Походит еще. Более дальники сейчас будем мочить. Да, сепараторы хорошие, но синева есть на них. Ну, грелись без маски. Подгоняем вот швеллер. Вот так я хочу сделать снизу. Вот сюда. Такой же восьмерочка на 80 швеллер, как и сами эти сделаны. Ну и снизу обварю сейчас вот так вот. И будет, я думаю, достаточно этого. Вот так вот. Ну все, доделали в нашу балку. Вот так получилось у нас. Ну не знаю, ровно, не ровно. Но колеса вроде нормально стоят. Сейчас пойдем отцеплять нож. Лук. Пальцем под нагрузку. Можешь принтовать легче. Короче, вот так вот выставили трактор. Ну, должен сейчас встать на носочки оба корпуса. Видим, как завален у нас сильно туда.
Он на пятки вот встает. Так, это нам надо вот эту тягу укоротить. Мы не будем укорачивать, потому что у нас мало подъем вверх. Мы сейчас ту укоротим. Вернее, вот эту. Сейчас укорочим, а потом центрально еще подрегулируем. Так, всю эту мы тягу закрутили до конца, но нам не хватило регулировки. Также сейчас вот этими растяжками я отрегулирую, немножко плуг туда подтяну подальше, чтобы был больше захват. Я обычно по максимуму утягиваю, чтобы здесь у меня от колеса, может, берет, получается. Я делаю побольше. Что я делаю? Короче, эту тягу укорачиваем и удлиняем. Так, эту освобождаю. Натягиваем. И вот тут потихоньку уходит туда. Я делаю, чтобы вот этот рычаг был правый, прямой. Короче, до конца растяжку я тут сжимаю. Правую. Такой уже натяжку даю немножко. Ну вот, растяжки стопорим. И контргаем, вернее. И у нас одна регулировка закончена. Сейчас займемся мы для наклона. Вот эту тягу будем удлинять. Тут уже кончилась у нас тяга, больше не закручивается. Сейчас эту маленькую удлиним, потому что у нас плуг еще на носках не стоит. Покажи. На пятках. Видите, сейчас можно маленькую еще пустить. Так, и централку надо укорачивать, я уже вижу отсюда. У нас как раз вот, то этот у нас висит, тот встал. Корпус. Замечаем централочку. Наш плуг. А колесо, в принципе, я его никогда и не трогаю. Вот так иногда. Это уже потом по ходу пьесы. В зависимости от почвы. Кстати, колесо резиновое очень хорошо. На нем ничего не налипает. Не надо никаких чистиков, ничего. Во, вот сейчас более-менее что-то похоже. Даже хотя, в принципе, по-моему, тягу и не надо. Он встал прям четко. Плуг. Ту тягу, наверное, трогать и не будем. Видите, он всей плоскостью берет. Ну, там потом по ходу движения я посмотрю, какой плуг будет больше забирать в борозде. Сейчас мы поедем, испытаем. Как раз плуг почистим, а то Андреяна тут забыл осенью. Помазать. Просил его. Плуг смазать отработкой. Все заржавело. Ну, края я прошел, тут плохо было пахано. Целик практически. Сейчас пойду на третьей скорости, не висите, на третью регулировку короткого. Ставлю третью, побыстрее. Ведь на второй проходил, ему тяжело. Ну так, кружочек сейчас. Вроде так ничего идет, а ты плуг здесь умеешь идет, да. По наклону. Борода уже выровняла.
все вроде как. Наступил. Маленько задний корпус. Плоховато брал. Даже по отшлифовке вот видно. Ну он обычно почему-то первый всегда лучше. А задний забивает немножко. Не начал тоже. Еще раз пройтись, ему будет хорошо. Так что нормально идет. Тяга вот центральная, видите, у меня стоит для загрузки. Нужно вот таким макаром, короче, этим концом вверх. Ну, короче, догрузка идет нормально. Движок тянет. Сейчас вот я разрядишь его. Земля сейчас вторая. Я хочу не ехать и походить. Там деревня-то чернозем, здесь песок. Ну ладно, сейчас заровняем вот эти ямки, тут ковырнул. Травку не портит. И все на этом. Так что комментируйте, заходите на драйв. Кому понравилось, ставьте лайки. В общем, всем пока, до новых встреч.